Небольшая вставочка перед началом того, что я записывала. Если вы это смотрите, значит, завтра у меня уже будет первый экзамен. И это значит, что в ближайшие 3 дня меня здесь не будет. У меня будет среда, четверг, пятница, экзаменационные дни. И мы с вами встретимся только в пятницу вечером, когда я смогу все это склеить, то, как у меня это прошло. Вот, собственно, не теряйте, я буду в Телеграм. Вот, как обычно, в экзаменационный период я там есть. Вот, иногда. Не скажу, что прям вау, но перед тем, как начинать экзамен писать, у меня уже как традиция скидывать фотографию, что все, я пошла на экзамен. Это все, что я хотела сказать. Небольшое включение с 6 мая. Я доделала кусочки, уже все загрузила и продолжаю заниматься. Просто хочу записать, мне интересно, сколько я сегодня буду сидеть. Надеюсь, поздно не лягу. Вот, я остановилась на 12 главе, сейчас продолжу и потом сяду провешивать типа экзаменационные листы. Вот то, что нам выдали для подготовки и практики всех грамматик, которые мы прошли, собственно. Вот такие вот дела. А времечко почти 12, ну ладно, без 20:12. Сейчас Света приходила, мы с ней думали, о чем писать с Эги, что нас удивило в Корее, вот тому подобное. Я уже была на грани того, чтобы переписать свое старое, потому что мне надо слова учить. Я как бы думаю, куда приоритет больше дать. Написать с Эги, которые завтра проверят и забудут, и я забуду. Либо выучить слова. В итоге я сейчас попробую написать что-то, придумать все-таки. И переведу, напишу, вот, может, где-то за часик я справлюсь, не знаю, вот, короче, в любом случае, это надо написать, потому что это домашнее задание, и за это будет а-ля не балл, а просто в деле поставить галочку, что я выполняла домашнее задание, вот. Мне Света еще принесла йогурт, потому что я хочу кушать очень сильно. И я на грани того, чтобы пойти на кухню и сделать рамен тут вкусный, на который я уже смотрю не первый день, хочу попробовать. Пока такие дела. Если вы смотрите это видео, значит, наступил последний день перед экзаменом, и все, уже некуда деваться. Хотя я сейчас буду готовиться к четвергу, потому что у нас четверг будет среди. Но в любом случае, в среду же у нас тоже экзамен есть. Поэтому готовимся. Все, я ложусь спать. Потому что я уже вообще ничего не соображаю. Реально. У меня прям перекати поле какое-то. Я даже делаю ошибки там, где я их не делала. Меня это уже начинает даже подбешивать. Ужас какой. С Иги написано. Там полнейшая отсебятина. А перешла на Ильки. Вообще начала тормозить. Я хрусь. И поэтому я хочу закончить. Потому что я реально начала делать ошибки там, где я их не делала. Это ненормально. Все, ложимся спать. Увидимся с вами утром. Я не смогла уснуть. Уже 2 ночи. Поэтому я беру словарик. Я очень сильно переживаю. Прям очень сильно. У меня такое ощущение, что мне не хватает именно слов, чтобы понять суть каких-то заданий. И я очень сильно рассчитываю на тестовую часть. Реально. Я прям... Мне будет обидно не получить балл за часть, где в предложении нужно вставить одно слово. Прям будет очень обидно. Все, ладно, я ухожу учить. Не скажу, что я не буду спать всю ночь. Нет, я в любом случае как-нибудь усну. Может, даже поможет мне в этом словарик. Не помню, во сколько я уснула, потому что это было где-то около 3, там плюс-минус. Я уснула с словарем в руках. Помню, что было 2 с чем-то, когда я последний раз на телефон посмотрела. Пока нет никаких мыслей. Радует то, что экзамен всего лишь завтра. Ага, всего лишь. Я с собой камеру не брала. Ну, я думаю, вы понимаете, да, что с камеры потом файлы будет тяжелее скидывать, дольше намного. Это все из-за качества. Ай, поэтому сегодня на телефон. Погода, конечно, странная. Вроде дождь не идет, но влажно, жесть.
и я в двух кофтах. По прогнозу погоды, на двух показывают, что идет дождь, причем такой не маленький, а на двух других его нет. Ну вот, мне пока повезло. Вроде бы пока без дождя. Все, я почти дотопала. У нас какой-то баннер новый повесили над плазой. На плазе, точнее. Я сейчас зайду, возьму витаминку С. Вот он, красавец наш. Дождь, конечно, идет, но я не буду открывать уже зонтик. На обратном пути с магазина открою. Все, я притопала. Давайте выпьем витаминку С. Вот она. Вот такая вот малютка. Коллаген. Давайте попьем. Взяла с собой печеньки. Сейчас в термос налила чуть-чуть кипятка. На следующей перемене закину туда 3 в 1 кофе. Вот, покушаю с печеньками и все. Очень сильно хочу домой. Уже домой. Потому что будь я немножко попроще, я бы сегодня пропустила, потому что сегодня особо ничего такого не будет интересного. Он типа закрепление главы. Вот и все. Какие вкусные эти все-таки штуки. Мы переезжаем в другой кабинет. Потому что у нас не работает звук. Прикольно. Окей. Я сейчас залила свой сыги, прикиньте. Окей. Ну что скажу. Сейчас иду домой. Ой. Быстро возьму кусок курицы. Поем. Буду учить слова. Если честно, вообще никакого настроения нет. У нас какие-то фургончики подъехали. Буду проходить, может, что-нибудь подсниму. Ну, а скорее всего, это все для бакалавра. Автобус нас... Автобусик наш там стоит. Еще палатки какие-то. А что могу сказать про сыги? Там полная кабздец. Что? Все красное. Но это ожидаемо, потому что я особо не вникала. И не хотела почему-то его писать. Эх. Я уже как-то об этом говорила, но вот повторю. Света отошла. Мы в магазин заходили, и нужно было продукты купить. Я сейчас буду искать какую-нибудь дешевую морковку, чтобы сделать себе запеканку морковную. Я надеюсь, не хватит, просто у меня в кошельке всего 3 чоника, и мне надо как-то в эту сумму уложиться. Ну, 3200 или что-то такое. Если бы я витаминку утром не взяла, было бы лучше. Но мне что-то захотелось витаминку. Наш автобусик. Ханян. Пока. Это который женский. Так о чем это я? Я, чтобы вот не питать каких-то надежд, да, чтобы вы не задерживались, если вы меня смотрите только из-за Кореи, я поеду домой. Потому что денег у меня больше реально не останется. У меня уже не останется даже на 5-й уровень. Типа я сейчас так потеряла 6-й, то, что у меня было. Скрипя зубами пошла дальше. И если я еще раз, типа, мне сейчас скажут, нет, все, давай заново, я забираю деньги и еду домой. Вот. Я окончательно понимаю, что я тупая, что мне не дано учиться в Ханян, потому что тут реально темп просто охренеть какой сложный. Переводиться куда-то это нужно время, это нужно было уже, скорее всего, делать. Но я не хочу, я люблю Ханян. Это моя душа. Вот, я сейчас это говорю с таким, знаете, немного строгим голосом, а-ля все хорошо, на самом деле я очень сильно переживаю, и это будет, да это, короче, по мне ударит очень сильно. Не знаю, выкарабкаюсь я из этой тины потом или нет, но пока говорю вот как есть, на душе. По времени вообще не осталось. Я только сейчас буду кушать. Где там моя курка? Сейчас откроем курку. И все, я быстро очень... Какая я красотка! Кошмар. Сейчас быстренько ее перевалю в тарелку.
и все. Я люблю курицу, кстати, не горячую. Не знаю почему. Я даже резать не буду, просто вилкой буду кусать. Ой, по-любому кто-нибудь назовет меня свиньей. Ну да ладно. Вот так вот у меня получилось. Помидорки, запеканка, пришлось у Светы попросить одно яйцо, потому что у меня, оказывается, в холодосе было только одно. А для целой морковки, ну, логично, что лучше два, поэтому мне очень-очень сильно повезло. Сейчас какие планы? Я быстренько поем и буду заниматься аж до часов, не знаю, 8-9. А, да что ж такое, я аж стихалась. И потом уже встретимся, посмотрим, что я успею, что я не успею. Блин, сейчас написала маленькое сообщение в Телеграм. С фотографией. Вот, что сегодня было последнее занятие. Вот. Не знаю, что-то какая-то чуйка не очень. Ну, судя по тем листам, которые нам выдали, типа, я не дотягиваю там 10%. Вот. И я боюсь, что завтра я увижу экзаменационный лист. И если я пойму уже четко, что хотя бы в трех, ладно, в четырех текстах я не понимаю смысл, это все. Типа, можно дальше не писать, не сыги, не такие слушать. Это сразу все пока. Потому что я не доберу по процентам. Я пытаюсь на видео не плакать. Что-то новенькое. Просто вас становится больше. И не хочется как-то вам передавать вот эту. Настроение такое фиговое. Ой. Пойду учить. Та-дам! До последнего не хотела идти. Но из-за того, что я уснула. Шок, да? Вовремя нашла время поспать. Из-за этого я вот все-таки решила взять какой-нибудь энергетик. Я очень плохо к ним отношусь. Ну как, нейтрально, если тот кому-то нравится, да? А именно для себя немножко, так скажем, негативно. Потому что это все-таки на сердце влияет. Если постоянно пить, все такое. Но это дело каждого, что вливать в свое тело. Вот. Не знаю, поможет он мне или нет. Состояние не очень. Какая-то грусть, какое-то понимание, что я не все запомнила, что должна. Вот. Если не будет сейчас какого-то энергетика в этом дешевом магазине, возьму 2 пакетика кофе. Там оно в любом случае дешевле, чем в той же круглосутке. Вот. Короче, как-то так. Нечего мне сказать, не хочу туда. Там мужчина один пошел. Время вроде еще есть. Надо как-то стрепенуться. Просто. Да не знаю, какая-то грусть накатывает. Просто я знаю, что если я не напишу, я реально уезжаю. Мне денег реально неоткуда брать. Еще раз, типа, идти на второй. Это прям вообще кринжатина какая-то. Ой. На улице нормально, дождя нет. Тем мне повезло. Сама судьба мне говорит, выйди, прогуляйся. Немножко проветримся, так скажем. Еще приду, сейчас скоро 9 же будет. Через 40 минут начну кусочки склеивать, но нам совсем практически нечего. Может, минут, не знаю, 10-15 будет уже нормально. Я даже сказала, много для сегодняшнего дня. Мусорочек. Ладно. Сейчас сходим. Я иду в гульки, кстати. Сейчас покажу. Вот так вот. Сейчас дедуля стоит. Там их 2, по-моему. Или 1.
Уже совсем не знаю, что уже сказать, что показать. Да, их два тут. Стоят. Тусуются. Я вообще не знаю, что я буду делать в субботу и воскресенье. Наверное, рвать на себе волосы. Ой. Я вот еще думаю, может, булочку взять. Потому что все, что я снимала, и все, что у меня было на стенке, я все там уже пропускаю в день четвертый. Просто из-за того, что я не могу ничего сделать. У меня голова забита только вот экзаменами. Сейчас, может, магазинчик закрыт. Сразу домой пойдем. Ветер такой нехилый. Ладно, сейчас я быстренько схожу. Я просто увидела, что я трындю 4 минуты. Это очень много. Я дома. Быстрый анпакинг. Слушайте, я там увидела витаминку, которую мы с вами брали. Я завтра ее с утра выпью. Она где-то у меня... Она у меня в холодосе стоит. Завтра утром попробуем. Вот она там намного дешевле. И теперь будем брать, если что там. Витаминка С там тоже дешевле. Она там стоила 500, когда сегодня я взяла за 900. Взяла вот такую булочку. Не знаю, съем сегодня или нет. Ибо обычную булочку с фасолью я уже съела по пути, когда шла домой. Дальше. Я купила 2 вот таких пакетика с кофе. Взять с собой завтра. Выпить перед экзаменом. Или чтобы на экзамене вот у меня в термосе было... Ой, термос. Чтобы в термосе у меня было кофе, если что, запить. Вот, но оно немножко, наверное, взбодрит. Вот такой кофе взяла. С орешком, вроде бы. Да. А там их тоже много было. Я выбрала вот этот. И венец нашего внимания выбрала розовый. Там их было дофигища. Я в них ничего не понимаю. Давайте попробуем. Съела булку, потому что, чтобы на пустой желудок вот это не пить. Я вообще в шоке от того, что я взяла монстр. Там был какой-то еще другой, но решила вот этот. Он оранжевого цвета. Смакуем. Вкусненько. Вкусненько. Но организм потом спасибо не скажет. Надеюсь, меня это сейчас взбодрит. Угу. Если что, это не... Не рекомендация, не рекомендую. Да, полная опа. Но ничего, мы справимся. Да ведь? Я еще завтра возьму кимбап, возможно. Вот, вместо булки. Булку оставим на потом. Ну, вот и так, в смысле, я не знаю, что будет завтра. Главное, не забыть кофе. Я даже сразу положу в сумку. Завтра брать особо не надо. У нас, считайте, первая половина это будет проверка того, что нам выдавали. Вот. Аудирование нам включат тестовое. Ну, как тестовое, просто послушать, как это будет. Вот. Мы его прорешаем. Посмотрим, что нас будет ждать в четверг. Ну, посмотрим. Это я имею в виду, что будут другие задания, не те, которые будут на экзамене. Вот, понятное дело, что я расстроюсь, там, наверное, будет мало правильных ответов. Вот, ну и, собственно, после перерыва начнется сам экзамен. Вот, все. Ладно, у меня сейчас есть полчаса где-то еще. Я получу, и потом пойду склеивать кусочки. Вот, ну а вечерком, прямо уже под конец, когда я уже все склею, я скажу пару слов еще, наверное. Так, ну, собственно, теперь концовка. Я сейчас сказала начало, чтобы меня никто не терял. Вот, что я пропаду на 3 дня ближайшие. Собственно, все. Я склеила кусочки. Получилось много, но я постаралась быстренько это все просмотреть. Конечно, получилось а-ля немножко тяб-ляб. Вот, где-то можно было бы еще что-то поубирать, но оставлю так. Я еще посмеялась от того, что я говорила, что у меня в кошелечке. Ну, у меня реально было 3 чоника, и я уложилась в эту сумму, потому что я взяла 2 морковки за 1 чоник. Я вообще обалдела. Прикиньте, 2 морковки за 1 чоник. Это большая редкость. И курочку за 1900. А тут сейчас потратила, считайте, где-то 5-орик. Около 5-орика. Вот. За 2 булки, там 2 кофе и энергетика. У меня до сих пор есть. Я его до сих пор
по чуть-чуть пью, но там где-то больше половины еще есть. Собственно, но немножко он так меня бодрит. Значит, работает, это уже хорошо. Ладно, все, я добавляю вот этот кусочек и иду дальше заниматься. Поэтому всем пока. Пока. Всем огромное спасибо за поддержку. Я все вижу в Телеграм. Единственное, что пока не могу уделить столько времени, чтобы ответить вам. Все. Все. Пойду. Все. Всем хорошего дня. Не расстраивайтесь от того, что я говорю на видео. Это сугубо моя жизнь. Вот какая она есть. Поэтому, пожалуйста, не перенимайте какие-то мои плохие мысли, да и в принципе то, как у меня все вот это вот происходит, на себя. Пожалуйста. Все, пойду. Теперь точно все. Пока.